Привет, привет! С вами Лилия Донскова, и первое, что я хочу сделать, мои дорогие зрительницы, я хочу вас поздравить с Днем Мамы. Я вам желаю счастья, здоровья, успехов, благополучия вам, вашим детям и всем, кто вас окружает, всем, кто вам дорог. Так вот, тоже присоединяйтесь к поздравлениям. И самое главное, будьте счастливы и пусть исполняются все ваши мечты. А сегодня мы смотрим обзор второго заказа из каталога Oriflame номер 16. И начну я с вот этого пакета. Вот так вот. Сумка, которую я получила в первом заказе, но я вам ее недостаточно хорошо показала, и очень много было пожеланий, и в личку мне писали, чтобы я ее показала более подробно. А вдруг она когда-нибудь будет где-нибудь в спецпредложении или еще какая-нибудь акция будет. Поэтому посмотрим эту сумку более внимательно. Она объемная, то есть очень широкая. Я точно не могу сказать ее размеры, но видно вот по, даже вот по руке, что она огромная. С одной стороны она красная, есть надпись Oriflame, с другой стороны черная, и боковые, получается, как боковые заходы тоже красные. Сумка, конечно, выглядит очень мощно, так стильно, как сказать, эффектно, вот так вот я бы сказала. И, конечно, удобно то, что можно повернуть любой стороной. Мне понравилась ручка, я сейчас ее не буду освобождать целиком от пленки, потому что я пока ее не планирую носить. А ручка очень красивая, она темная, темный материал под кожу, практически черный, но дело в том, что он сделан как под змеиную кожу, поэтому он играет разными красками, тут и серый, и черный переплетаются. Ручка очень интересно сделана, огромное золотое кольцо, и на нем висит косметичка такая подвесная, и, как я понимаю, снять ее нельзя, она тоже двухсторонняя. Я думаю, для всяких мелочей, может быть, на проезд сюда положить что-то. И что, ой, пакетик выпал. И то, что удобно, кармашков нет никаких, нет, вот мне пакетики сыпятся. То, что удобно, она прячется прямо в саму сумку, то есть мы легко ее можем спрятать в сумку. Что интересного в сумке я обнаружила? Во-первых, она закрывается на клепку, просто вот так, большая клепка внутри спрятана. Но в самой сумке на тоже на клепочках, то есть можно снять, есть такой подвесной большой карман, то есть его можно убирать, можно туда вставлять обратно, то есть он полностью съемный с этой стороны сейчас на клепочках, то есть мы его можем снять, наполнить чем нам нужно, положить в сумку. Если нам содержимое не надо, мы можем совсем вынуть вместе с клапаном и пойти просто с сумкой без этого клапана. Внутри тоже интересная штука, у нас дно сумки, оно прикрепляется на тоже на кусочки ткани, как бы оно отдельно, для того чтобы сумку можно было так складывать для хранения. Но если мы с ней будем ходить и нам нужна ее ширина, то мы это донышко упругое такое плотное укладываем вниз, оно хорошо прям укладывается, и получается сумка становится широкая, вот такая вот широкая объемная сумка. Ну что внутри еще могу сказать, что подкладки нет, карманов дополнительных больше нет, то есть только вот тот, который я вам показывала, на клепочках держит. То есть по мне так эта сумка очень удобная для всех, кто любит носить с собой много вещей. Например, я в студию когда хожу, мне необходима такая сумка. Когда я ее получила, честное слово, я обрадовалась, потому что вот именно такой формат удобен, чтобы положить краски, альбомы. Или когда я иду клиентам с продукцией, у меня бывает, что есть запасы продукции, я с собой беру некоторые образцы, чтобы люди сразу приобрели, потому что у людей есть такое качество. Я сама такая. Мы любим вот все, что мы захотели получить сразу. Согласна? Вот увидела и хочу сейчас. Вот это просто вот, особенно женщинам это свойственно. Мужчины более вдумчивые, они 100 раз подумают, надо им или не надо. А вот мы любим сразу, здесь, сейчас. Вот такая вот крутая сумка. Надеюсь, сейчас этот обзор поможет вам в будущем. Если она будет где-то мелькать, то вы сможете уже ее приобрести. А я рада, что она мне пришла в подарок. Как я всегда говорю, что нужно участвовать во всех акциях от компании. Этот заказ получился чуть больше 100 баллов, там 100 с хвостиком. Что в этом заказе? Парфюм Love Potion Secrets, конечно, я его взяла под клиентку, которая у меня его постоянно заказывает.
и она, я 100% уверена, что она его захочет, если не в этом каталоге, то через 1-2, потому что она недавно прям его брала. Но то, что она его возьмет, однозначно, потому что уже года два она плотно сидит на этом аромате и просто от него в восторге. Love Potion Secrets, он, конечно, более девичий аромат, но я вроде бы не отношусь к категории девушек, уже взрослая женщина, но я его тоже обожаю. У него такие нотки приятные из-за того, что ваниль, вот белый шоколад, белая клубника, они вот просто вкусные, эти ноты, и когда его вдыхаешь, этот аромат, то внутри как будто вот какое-то вот счастье вот распускается, то есть, ну, невозможно, оно стирает плохое настроение, потому что ароматы реально очень сильно влияют на людей, согласитесь, что, ну, это очень важно, когда аромат нравится, и он может быть вдохновляющий, а может быть наоборот удручающий, да, или, ну, вот, не буду много об этом говорить, это, можно об этом говорить бесконечно. Так, это под заказ, маленькая Love Potion, это серия одна, но ароматы разные, здесь у нас больше сексуальности в этом аромате, он именно такой вот вечерний, для соблазна, для того, чтобы провести классное свидание. Вот, я заказала себе мыло, я забыла его заказать в первый заказ, кардамон и хлопок. Я в восторге от нового набора. Я заказала в первый заказ сразу себе жидкое мыло для рук и тела, просто потрясающий аромат, качество также прекрасно, как и в предыдущих сериях этой линейки. А лосьон просто чудесный, вот просто я в восторге. Если вы еще не заказали, поторопитесь, мне кажется, этот набор будет быстро заканчиваться на складе, и потом будете жалеть, что не заказали. Так, здесь в заказе две зубные пасты, это под заказ, это не мне, это заказала клиентка, две разные пасты. Смягчающее средство, я рекомендую взять смягчающие средства, они в зиму просто необходимы, помазать все, что сохнет, все, что морозом тронуто, то, что вот шелушиться начало, самый лучший вот продукт — смягчающее средство, тем более клюква, она очень приятно пахнет, и в принципе клюква очень полезная. У меня в заказе несколько тушей еще с эффектом накладных ресниц, тоже это заказ прямо из одной организации, у нас распробовали эту тушь еще летом, и теперь, когда началась акция, мы сразу позвонили, сказали, что он со скидкой, сразу три туши в заказ, и попросили каталог занести, поэтому в понедельник вот понесем относить заказ. А что я обнаружила, когда я проверяла первый заказ, я обнаружила, что я не заказала себе крем для век Королевский бархат. Почему я его решила взять? Сейчас вам его покажу. Во-первых, я раньше этой серией пользовалась, то есть я ее уже пробовала, потом у нас эту серию сняли, из каталога убрали, и вот вернули обратно. В прошлый раз я взяла себе крем-бальзам, обалденный крем-бальзам для лица, там 30 миллилитров, но он, у него такой маленький расход, и он чудесный просто, особенно под макияж. И я взяла этот крем, сейчас покажу, какой он внутри. У него длинненький носик, то что удобно выдавливать небольшую капельку. Здесь у нас 15 миллилитров, то есть его хватит надолго, минимум 3 месяца, обычно, ну, 3-4 месяца, потому что им нужно пользоваться и утром, и вечером. Я его решила повторить, потому что моя партнер Наталья рассказала и даже показала фото до и после, до применения крема и через месяц, у нее реально вот поднялись вот эти нависшие веки, просто глаза стали более раскрытые и легкие, легкий такой взгляд, то есть она говорит: посмотри, всего месяц, а у меня ушел вот этот вот мешочек сверху. Я в таком восторге и решила, что это тоже не повредит, и иногда нужно все-таки переключаться на разные серии, а то я уже много-много раз подряд беру все время коллаген, а теперь попробую вот Royal Velvet, вспомню, попробую, вам потом расскажу, как у меня результаты. Так, это тоже под заказ, тональная основа, их две штуки, тоже одна клиентка заказала, вот ее, кстати, заказ от одной клиентки. То есть потихонечку, вот смотрите, если говорить о том, как собрать заказ и войти в премьер-клуб, то я вам специально показываю, что заказ на 100 баллов, и здесь, вот смотрите, это все под заказ, это вот впрок под заказ, это мне.
То есть смотрите, каждый человек делает по чуть-чуть. Сейчас я еще найду то, что эта девушка сказала. Это вот тоже одна клиентка. Смотрите, две туши со спиралевидной кисточкой, кстати, очень интересная тушь, и она тоже входит в категорию тех, которые я бы рекомендовала, потому что мне она подошла, мои ресницы капризные и упрямые, и она с ними справилась на ура. К ней нужно чуть-чуть прям приспособиться, буквально пару дней у меня был такой: что с ней делать, с этой щеточкой, то есть непонимание, а потом прям все поняла, прочувствовала, что просто чуть-чуть по-другому нужно двигаться этой кисточкой, и будет классный результат. Вот смотрите, одна клиентка, ну примерно сколько заказ? 400, и паста где-то по 140, да, они, по-моему, сейчас, ну, примерно 300 рублей, вот 700 рублей одна клиентка. Вот тут немножечко, ну где-то рублей на 800-900, наверное, да, то есть вторая клиентка, вот 600 рублей еще одни клиенты, да, то есть понемножечку у нас получается. Вот еще одна клиентка помаду, 200 рублей. Вот смотрите, 500 700 600, то есть собирается заказ очень просто. То есть вот вы видите, здесь совсем чуть-чуть продукции, уже 100 баллов. Но я не все еще показала. По акции ко дню мамы у нас было спецпредложение, и можно было масло для волос Элио заказать с огромной скидкой. Я взяла два разных, почему? Потому что масло классное, моей дочке оно очень нравится, хотя я сейчас больше склоняюсь к маслу ночному эликсир, но вот это масло обожаю, оно в длинном стеклянном флаконе, для меня оно прям вот идеально. И взяла как раз вот такой вот стеклянный флакон, то есть это стеклянный, а второе масло в пластиковом флаконе, сейчас покажу. Ой, как открыть аккуратно, чтобы ничего не повредить. А это в пластиковом флаконе, и сейчас скажу, какое оно, по-моему, защитное. Где бы найти еще с натуральными маслами? Да, это защитное. Вот, защитное тоже разрекламировала в чате у нас девочка Леночка. А если она что-то пишет, то всегда прям вот в точку. То есть она настолько хорошо знает продукцию, я всегда прислушаюсь к ее мнению. Она сказала, что это масло ей нравится больше. И я думаю, возьму и то, и то. И на самом деле надо было взять их побольше, но что-то я растерялась и взяла всего два. Ну ладно. Так, и завершает мой заказ набор из 4 кремов для рук. Помните, я себе взяла крем для рук, я его показывала в первом заказе. Так вот, в этот же день я его и подарила подруге. Она такая увидела, говорит: ой, какая прелесть, а мы давно не виделись. И я говорю: забирай, это тебе от меня подарочек. Вот согласитесь, что это приятно, вот в такой красивой коробке вот такой вот классный кремик, сейчас я вам все покажу, получить в подарок. То есть это вот, поверьте мне, это намного приятнее, чем шоколадка. Во-первых, шоколадка вредная, она разрушает зубы, она и вообще вредит всему организму, потому что хороший шоколад стоит очень дорого, а то, что стоит вот в пределах 80 рублей, то есть вот этот крем стоит 79 рублей в каталоге, согласитесь, это не шоколад, это вообще намешано фиг знает что. Так вот, это и полезнее, и надольше. То есть вот такой крем можно бросить в сумочку, и каждый раз, когда будет доставать человек из сумочки помазать руки, он будет вас вспоминать, и у него будет закрепляться вот этот опыт, то что вы в Oriflame, и через вас можно делать заказ. Согласитесь, что это и вам плюс, и человеку плюс, и при том, что сам крем очень-очень классный и вкусно-вкусно пахнет. А, чудо какое. Давайте я руки помажу, этот тюбик сразу себе в сумочку брошу, буду всем рекламировать, вот так вот сделаю. Смотрите, какой хороший крем, я его уже пробовала, и поэтому могу сказать, что он очень симпатичен и по запаху, и как он впитывается, какие ручки с ним нежные, кайф. Вчера мне пишет тоже мой партнер, девочка, она пишет: Лиля, мне так приятно, столько отзывов положительных приходит от клиентов. И прям мне прислала сообщение, которое ей пишут клиенты, слова благодарности, потому что куда ни посмотрю, везде Oriflame дома, и каждый раз тебя вспоминаю с благодарностью, какая классная продукция. И мне тоже часто пишут, и клиенты говорят, это, ну, на самом деле окрыляет, вдохновляет, и хочется больше и больше взаимодействовать с клиентами,
доносить до них грамотную информацию, а для этого нужно обучаться. Я вам всегда рекомендую смотреть все вебинары, которые проводит Наталья Радкевич. Это наш тренер по продукции, официальный тренер по продукции компании Oriflame. Она настолько вкусно, грамотно, деликатно рассказывает про каждый продукт, как его применять, как рекомендовать. Поэтому вот это время, которое вы потратите на просмотр видео, это вложение в себя для того, чтобы расширить свою клиентскую базу, чтобы у вас не возникало вопросов: ой, я не знаю, где взять клиентов, у меня никто ничего не заказывает. Ребят, такого не бывает. Просто каждый день прокачивайте себя в этом направлении, изучайте продукцию, читайте про нее, пробуйте, все время сами пробуйте, сами станьте самым лучшим своим клиентом, тогда у вас 100% будут заказы. Вот на этом все. Тут еще каталог один, следующий уже, текущий, почему-то текущий. Вот, ну это сам, бумажки уже не самое главное. Вот самое главное — продукция. Я вас благодарю за внимание, желаю вам классного каталога, отлично поработайте, потому что это один из лучших каталогов в году. Не потеряйте возможности. И пишите в комментариях, если видео полезное, с вас лайк, и до новых встреч. Пока-пока. Подождите, подождите, не нажимайте на стоп, это еще не все. Я хочу вам дать еще одну классную рекомендацию. Не так давно я стала на регулярной основе записывать видео один раз в день на одну минуту. Stories я выкладываю в Instagram и в ВК. И записываю про один продукт. Например, беру продукт и о нем говорю в течение минуты. Это может быть чуть меньше минуты или минуту. Но не слишком долго, то есть быстро говорю, рассказываю, что это, показываю в каталоге, сколько стоит, и главное, что даю свою рекомендацию, как это работает и что я рекомендую. После того, как я стала выкладывать stories, у меня прям в первый же день я показала вот эту тушь, тут же две подруги написали: что за тушь мне надо, или слушай, мне как раз нужна тушь, видела твой stories, когда встретимся, можешь мне ее захватить. То есть сразу две туши у меня забрали просто вот после stories. И я могу сказать, что это однозначно привлекает внимание, потому что видео в любом случае работает в 100 раз лучше, чем текстовое послание. Даже если вы, например, про это масло напишете целую легенду на 55 страниц, какое оно крутое, классное, это не сработает так, как вы просто вот по видео, даже без своего лица, не обязательно себя снимать, вы просто подержите в руках или в каталоге пальчиком поводите и словами передадите информацию, это сработает намного раз круче, чем текст. Поэтому если вам интересно, как это делать, вы хотите поучиться, подписывайтесь на мой Instagram или ВК, если у вас нет Instagram. Instagram, конечно, интереснее, и смотрите, как я это делаю, просто учитесь и делайте то же самое, и у вас тоже будет классный результат. Вот теперь точно все, благодарю за внимание, до новых встреч, пока-пока.